Предлагаю небольшой обзор на купе вагона поезда «Анапа-Москва». Вагон новый. В купе есть все необходимое. Кондиционер, светильник у изголовья каждого места, рулонные шторы, так называемые ролеты, что очень удобно и не мешается в дороге. 4 розетки, 2 под столом и по одной у изголовья верхних мест. Над дверью висит электронное табло, где указано текущее время, температура в купе, температура на улице, а также свободны туалеты или нет. В вагоне 2 биотуалета в конце вагона. Купе очень удобное и комфортное.